Всем привет, с вами снова я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Итак, друзья, сегодня у нас подведение итогов конкурса, который объявлял не так давно на канале. Кто хотел поучаствовать, тот поучаствовал, кто не хотел, тот не хотел. Мы разыгрываем, напоминаю вам, вот этот кухонный термометр. Чем он хорош, я вам уже его нахваливал неоднократно. Во-первых, это тросик, щуп на тросике. А во-вторых, то, что информация передается на пульт по радиоканалу. То есть вы с этим термометром не привязаны накрепко к вашему готовящемуся блюду. Сразу скажу, мне задавали много вопросов неоднократно, что это за термометр, просили прислать ссылку. Я в описании этого видео дам ссылку на eBay, я нашел подобного типа. Только сразу скажу, я на eBay конкретно у этих покупателей, вот, которых я нашел, ничего не покупал, поэтому ориентируйтесь сами, пожалуйста. Оценивайте их степень надежности и прочего. И еще скажу, совершенно не обязательно брать именно такой термометр. Любой кухонный термометр на кухне очень сильно облегчит вам работу над вашими кулинарными шедеврами. Да, значительно удобнее, если он будет на тросике. Еще удобнее, если и с радиоканалом все будет в порядке. Но я почти 5 лет, если не больше, пользовался обычным термометром и щупом. И ничего, не помер, как вы видите. Ну что, всем уже не терпится. Начнем процесс поиска победителя. Я, как и Виталий Покашеварим, блогер, которого регулярно смотрю, с большим удовольствием, Виталий, кстати, привет, решил воспользоваться тем же самым сервисом для отбора победителя, что и он. Это сайт Lizionair, блогерша такой. Вот этот сайт, сюда нужно вставить ссылку на видео. Видео с нашим конкурсом, вот оно. Вот длинный список желающих поучаствовать. Копируем адрес нашего видео, вставляем, поехали. Итак, пока он ищет победителя, хочу сказать, по результатам опросов я подобрал, о, вот, кстати, пожалуйста, у нас победитель, Алекс Кучма. Давайте посмотрим на Алекса Кучму. Алекс Кучма. Здесь есть Google Plus. Так, напомню, условием конкурса было публикации. Перейдем. Публикации у себя в соцсетях видео с условием конкурса и одним из рецептов. Вот, посмотрим. Так, рецепт идеальных хлебов. Вот, пожалуйста, видео. Вот конкурс. Алекс, поздравляю. Санкт-Петербург, Петровский колледж. Ну что, надеюсь, он тебе понадобится в самом ближайшем времени. Что касается пересылки, тут мой режиссер с оказией выезжает в Россию буквально на днях. Соответственно, я с ним передам это дело туда. И я думаю, это будет быстрее. Из России, соответственно, режиссер отправит это дело по адресу буквально в ближайшие дни. Так, ну с условием конкурса все, с победителем мы определились. Хочу сказать так, я кроме этого конкурса, напомню, вам говорил, что мы должны определиться, когда будут выходить видео. Итак, я в течение ближайших 2-3 дней проведу маркетинговые исследования ваших опросов и думаю, что у нас график выхода видео все-таки изменится. Пока. По тому, что я вижу, получается, у нас будет понедельник и пятница, видимо. Также будет выходить 2 видео в неделю. Информацию о датах, не датах, а о днях недели выпуска я тоже в шапке канала укажу. Вот. Ну и думаю, так вам смотреть будет удобнее. Спасибо, что вы со мной. До встречи.